Сорт острого перца Фатали. Это довольно высокоурожайный сорт. Острота у этого перца от 120 тысяч до 400 тысяч сковелей. Довольно острый сорт. Высота растения может достигать от 60 до 90 сантиметров. Вкус этого перца с фруктовой ноткой. Сорт этот родом из Центральной Африки. Такие вот перчики у него. Желтого цвета. Созревают они от зеленого, вот такого вот, и до ярко-желтого. Очень хороший сорт. Очень высокоурожайный. Угу. Еще не оторвешь. Вот такой вот перчик. Сейчас я вам покажу поближе. Он не замульчированный. Такой вот красавец, смотрите. Какая красота. Этот сорт, я уже говорил, высокоурожайный. Это многолетнее растение. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах, можно на подоконнике. Срок созревания этого сорта от 90 до 110 дней. Очень высокоурожайный, очень интересный сорт. Высевать его на рассаду следует в 20-х числах февраля. Он довольно высокоурожайный и очень острый. С него получатся очень хорошие соусы. Также он очень вкусный в соленом виде. Если кто любит соленый перец, он советует вам этот перчик. Очень вкусный и очень ароматный. Этот сорт любит солнышко. Соответственно, надо будет обязательно притенять, иначе он просто-напросто у вас сгорит. Плодоносит очень много. Очень много плодов у него, очень-очень много. Конец сентября, а он цветет во всем. Цветет, завязывается. Если в комнате выращивать, он будет практически плодоносить и цвести всю зиму. Вот такие вот перчики красивые, смотрите. Структура у него, он немножко пупырчатый и вот такой вот пожеванный весь. Красавец, красавец. Так что советую вам выращивать его у себя на балконе. Также можно вырастить у себя на грядке. Срок созревания жарил от 90 до 110 дней. Ну, созреет у вас вместе с сладким перцем. Так что пробуйте, выращивайте такой перчик у себя. И больших вам урожаев. Всем пока.